Переориентация многих стран мира на использование возобновляемых источников энергии – современный тренд. За последние несколько лет в нашей стране проделана значительная работа по развитию этого направления. Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная наносит минимальный ущерб окружающей среде. Новая фотовольтаическая электростанция в Мозырском районе не первая в Беларуси. Но именно этот многообещающий проект в будущем позволит расширить производственные мощности предприятий Гомельской области. Реализация объекта была в сложный пандемийный период, из-за чего мы были вынуждены менять ряд поставщиков оборудования, материалов и подрядчиков. Но благодаря надежным партнерам смогли реализовать проект, ну и за что всем большое спасибо. Электроэнергия у нас отдается в сеть РубГомельЭнерго, а далее по сетям распределяется среди потребителей. Реализация этого проекта невозможна была бы без поддержки первого экологичного банка страны. Белинвестбанк не первый год поддерживает зеленые проекты. Сегодня получить финансирование на их реализацию могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Банк предоставляет ресурсы на срок до 60 месяцев. Сумма проекта может быть от 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса. Помимо этого, компании могут воспользоваться специальными условиями по страхованию имущества и транспорта, которое приобретается в рамках зеленых проектов. Мы видим свою задачу в том, чтобы поддерживать белорусские предприятия, которые реализуют подобные проекты. Это часть стратегии развития банка. Зеленым финансированием могут воспользоваться компании, которые просто хотят сделать свою деятельность более экологичной. Например, заменить оборудование на более энергоэффективное, переоборудовать офис, либо заменить автомобили, которым пользуется компания, на электротранспорт. Но кроме этого, мы можем реализовать и более масштабные проекты, которые являются знаковыми не только для банка, но и для страны в целом. Строительство фотовольтаической электростанции – это вот один из таких примеров. Являясь финансовым посредником, Белинвестбанк ожидает от своих клиентов и партнеров готовности вместе внедрять лучшие мировые практики в сфере экологического и социального менеджмента.